Когда-то злом звали змея, низвергнутого на землю. Но люди украли у него это имя и сами стали настоящим злом. Рассвирепел змей и пошел войной на людей. Черный дым затмил солнце, багровые реки снесли города. Нет света в конце тоннеля, один только мрак. Люди ходят во мраке, ничего не видя. Их пальцы крепко сжимают ножи, лезвия в крови и руки в крови. Нет пощады в этой войне. Смерть за смерть, кровь за кровь. Я змей. Первое убийство я совершил в 14 лет. Отчим поднял тогда руку на мать, и его жизнь оборвалась, а моя, пожалуй, закончилась. Убийство стало моим ремеслом. Я тогда винил судьбу, что превратился в наемного палача. Потом я привык и даже думал, что веду священную войну со злом. Меня боялись. Мое появление означало только одно – смерть. Змей! Змей. Змей, я. Тот самый? Что тот самый? Ствол тот самый. Змей, я хотел... Первый оружейный завод в Туле. Это ж я тебе помог достать. Змей, я хотел... А ты в кого хотел стрелять-то? Не а? Надо, змей, ну не надо! Мышей? Не надо, змей. Ничего не получится. Сначала надо взвести курок. Змей, не надо, не надо, я все объясню, змей! Вот только не надо ничего объяснять! Отдаст менты! Конечно, я понимал, расплата за все содеянное неизбежна. Я ждал этого часа. За мной охотились, но каждый раз мне удавалось уйти. Этюд 146. Одинокий ферзь против 8 пешек. Этого эндшпиля вы не найдете ни в одном учебнике. Змей! Выходи и без шуток! Так, первое! Ферзь? Цесси. Угроза мата! Не надо, змей! Змей, не убивай его! Тихо! Черный Б3, ферзь С5, шах, король на Б6. Шахуя ферзем таким образом, белые без особых трудностей забирают все остальные пешки. Выходи сюда. Три! Четыре! Выхожу, выхожу! У меня заложник! Пропустите к машине! Или я убью его! В сторону! В сторону, я сказал! Максим, назад! Помнишь такую игру? Верю, не верю. Не верю. Вместе с болью пришло понимание того, что на этот раз уйти не удастся. Я даже обрадовался. Вот и конец моей бесконечной, изматывающей и опустошающей войне.
Я был благодарен этому парню, который всадил в меня пулю. Я приготовился к закономерной и справедливой смерти. Но почему-то остался жить. Постановил признать Баглая Богдана Артуровича виновным и определить ему меру наказания – пожизненный срок тюремного заключения. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в сроки, установленные действующим законодательством. Бог хранит всех. Я нашел то, что искал. Что ты искал? Папочка. Это не догадываешься. Я нашел маньяка, убийцу, который возьмет на себя преступление, которое он не совершал. Это был несчастный случай. Я вообще ничего не помню. Конечно, ты ничего не помнишь. Потому что ты был в состоянии наркотического опьянения. Ты вообще чуть не умер от передозировки. Вовочка, я вот одного не могу понять. Зачем ты 8 раз ножом ударил бедную девушку после того, как она уже умерла? Привет. Ты не предупреждал, что будешь сегодня раньше. И что бы это изменило? Меня бы ждал романтический ужин на двоих при свечах. Ой, ты знаешь, ты сам все время рассказываешь про свою безумную занятость, и что при твоей занятости времени на романтику уже нет. Разве что-то изменилось? Если что-то изменилось, то не мое отношение, Леночка, к тебе, а твое отношение к работе, которой вы, Елена Павловна, в последнее время странным образом пренебрегаете. Если уж на то пошло, ты обещал мне серьезный самостоятельный проект. А я занимаюсь только тем, что уже 2 года являюсь девочкой на побегушках у тебя. Ладно, сейчас я вам, Елена Павловна, расскажу, что такое не слова, а дело. Главный редактор, встреча с которым у вас сегодня была назначена, вас так и не дождался. Елена Павловна занята. И телефон ее временно недоступен. Еще бы. В зале сюда телефон не берет. Что? Ты что, что-то натворила? Ты можешь меня послушать? 2 минуты, спокойно. Ну, давай. Что такое? Я действительно была в зале суда целый день. Какой еще зал суда? Ну-ка. Сегодня да. Было слушание по делу очень серьезного преступника. По кличке Змей. Ну, наша телевизионная группа снимала там сюжет для новостей. Я напросилась с ними и провела там весь день, с утра и до вечера. Так. Не понимаю, ты что, сейчас шутишь? Ты... Тебя что, это возбуждает? Пожалуйста, не перебивай меня. Все дело в том, что я думаю. Людям совершенно неинтересно, кто, куда, с кем и зачем пришел. Понимаешь? Их интересует, как не стать жертвой преступления. Так. Ну, давай, давай, удивляй меня. Я весь внимание. Можно сделать такую передачу. И назвать ее, предположим, криминальные портреты.
и в каждой программе рассказывать об отдельно взятом преступнике, понимаешь? Но фишка в том, что все преступники уже пойманы. Людям это должно понравиться. И со змеи мы можем начать. Пойманы, да? Интересно. Елена Павловна, как интересно. Как интересно. Ты знаешь, что я об этом уже думал, а? Естественно, я не думал в связи с этим о тебе, а почему? А? Ну-ка. Ну перестань. Подожди. Ну перестань. Подожди, ты же вечно ходишь растрепанная. Нам как раз нужны вот такие вот будут девушки. Ну, посмотри на меня серьезно. Вот. Как ты говоришь, передача будет называться? Криминальные? Портреты. Портреты, да? Ну, давай. Давай, проси меня. Ты серьезно? Ну-ка, конечно. Только сейчас надо будет написать заявление. Что такое? Ну, пожалуйста. Нет, это не принимается. Сколько раз будет идти в неделю передача? Три. Три? А почему не каждый день? Можно каждый день. Можно? Здравствуйте. Меня зовут Эдуард Васильевич. Я ваш новый адвокат. А вы меня с кем-то спутали, уважаемый. Позвольте объяснить вам суть дела. Я могу помочь вам добиться пересмотра приговора. 15 лет, по-моему, лучше, чем пожизненно. И вам будет всего лишь 45 лет, когда вы выйдете на волю. А что надо вам? Деньги, наверное. У меня нет денег на адвоката с бабочкой. Я убивал, но никого не грабил. Очень хорошо. Вот именно такой человек мне нужен. А финансовая сторона вопроса вас волновать попросту не должна. Вы позвольте... Я занимаюсь вашим делом бесплатно. Вы сидите здесь, вернее, лежите здесь, тоже бесплатно. Да. Ну, подумайте, а я завтра зайду. Всего доброго. Приход этого господина удивил и озадачил меня. Я никак не мог понять, зачем передо мной вновь замаячила свобода, и что я должен ответить на его предложение. Я решил подождать и разобраться в том, что со мной происходит. Милочка, два кофе давай. Ну вот, Елена Павловна, сейчас вам будет наш скромный герой. Тот самый, который лично поймал неуловимого змея. Спасибо вам огромное. Я бы сама просто не знала бы, с чего начать. Я выдам вам сейчас одну секретную информацию. У меня был звонок из министерства, но еще до этого.
Туда звонил наш уважаемый господин Малиновский. Угу. Вот именно поэтому мы с вами вот сейчас вот так сидим и разговариваем. Скажите, а мы сможем поговорить со змеем? К сожалению, это зависит только от него. Если захочет поговорить, а не захочет. Ну, хорошо, хорошо. Камера готова? Мы начинаем. Скажите, пожалуйста, вы лично руководили поимкой змея? Разрешите? О, капитан, проходи. Вот Елена Павловна, знакомьтесь, оперуполномоченный Глот. Присаживайся, Максим. Отчество забыл. Как там тебя, капитан? Петрович. Максим Петрович. Это к себе пресса приехала. Товарищ полковник, вы же знаете, у меня столько дел. Вы завтра меня поставите и будете по всей строгости. Это не так, это не... Слушай, ты, Максим Петрович, ты с языком дружи. Надо будет, поставлю. Ну, ладно, поговорите. Все-таки змей наша гордость. 3 года по всей стране искали, а они его тут за несколько дней выловили. Как там все было-то, а, капитан? К нам, по оперативной информации. Так, пришла... капитан, ну не здесь. Ну пойдите куда-нибудь на свежий воздух. Конечно, конечно. Давайте, ребят, собирайтесь. Быстрее, быстрее. Ну, мы к вам еще заглянем, хорошо? Спасибо вам огромное. Пишите. Вы понимаете, во что вы влезаете? Вы меня так отговариваете, что я из принципа буду делать этот фильм. Мне, как журналисту и человеку, который никогда с этим не сталкивался, очень важно знать именно ваше мнение о конкретном преступнике. Ну что ж, змей — это кличка. Звать его Богдан, фамилия Баглай. Не курит, не пьет, никаких наркотиков. В школе учился хорошо, занимался дзюдо. Играл в шахматы. Вообще, однозначно, тупых бандитов мне ловить гораздо легче. Понимаете? Интересно. Я хочу разобраться. И я бы хотела, чтобы зрители, которые будут смотреть эту передачу, они тоже разобрались. Первый раз вижу журналиста, которому интересно, который хочет разобраться. А вы знаете... Ну, понятно. Ну, что тебе сказать, Леночка? Посмотрел я второй раз это интервью. Не впечатляет меня этот опер-герой твой, понимаешь? Ну, то есть как, уже хочу полюбить его, готов, и не происходит, не знаю. Да нет, ну он же тупой, да? Что с него возьмешь? А чем он тупой? Ну, я не знаю, Ленок. Если интервью не получается, значит, кто-то тупой. Либо тот-то его берет, но в данном случае это исключено. Либо тот-то его дает. А вот это в данном случае возможно. Да. Да, Максим, здравствуйте. Мы как раз о вас говорили. Я даже собиралась вам звонить. Увидеться? Да, конечно. Я вам перезвоню минут через 5-10. Ты мог бы так не вздыхать. Он, между прочим, все слышит. Здравствуйте, Богдан. Ну что, вы подумали? Только тем и занимаюсь. Все элементарно. Ход первый. Вы делаете чистосердечное признание в убийстве. Ход второй. Известный адвокат Гужва добивается пересмотра вашего приговора в апелляционном суде. И все? Все. Слишком сладко. Понимаете, ваше положение сейчас самое худшее из возможных. И вы этим пользуетесь? Да, я этим пользуюсь. Ну и вы этим воспользуетесь. Вот ознакомьтесь с кратким содержанием дела.
готовы это взять на себя? Тут у вас молодую женщину убили. Да. Я в жизни никогда женщину не ударил. Понимаете, покойница вела аморальный образ жизни. Ну и кишалась со всякой дрянью. Допустим, что вы могли какое-то время скрываться у нее на квартире. А она потом пригрозила вам, что выдаст вас. Вот все. А это у вас, наверное, секретные материалы? Ах, это никакие не секретные материалы. Это чистосердечное признание Баглая. Почти что школьное сочинение. Такое короткое. А мне показывали, там 46 томов дела. Вы знаете, это самое первое его преступление. Ведь его сначала ловили как убийцу трех человек. Потом уже появились другие эпизоды. А вам почитать? Или так, своими словами? А у вас лучше получается своими словами, когда камеры нет. Ой, дайте руку. Дождь. За мной. Здравствуйте, Богдан. Меня зовут Лена. Спасибо, что вы согласились поговорить со мной. Ну, чего же не поговорить с красивой девушкой? О чем будем говорить? Или вы думаете, что я сейчас начну каяться в телевизор на всю страну? Просто мне кажется, вам есть что рассказать. Каяться не обязательно. Да и простите, уже поздно. Каяться никогда не поздно. А в чем я должен каяться перед вами? Вам-то я ничего плохого не сделал. Не надо каяться, не надо исповедоваться. Давайте просто поговорим. Ну, так о чем все-таки? О вас. Я читала ваше признание, и там вы пишете, что не убивали людей, а карали их за предательство. Я честных и хороших людей не убиваю. Ладно, задавайте свои вопросы. Вы не верите людям? Я хочу им верить. Вот вам хочу поверить. Я всегда был уверен, что хорошо разбираюсь в людях. В просьбе этой милой, бесхитростной и наивной девочки я не увидел никакого подвоха. Она была так искренна в своем желании поведать миру правду, что я согласился на интервью. И рассказал ей многое, чего раньше никому не рассказывал. Здравствуйте, меня зовут Елена Суржа. В нашей программе мы не разыскиваем особо опасных преступников. Мы рассказываем о тех, кто уже пойман и наказан за свои преступления. Мы просто хотим разобраться, что же произошло с этими людьми и почему они стали теми, кем стали. А Ленка, ты вчера сама материал весь смонтировала. Ты вообще в курсе? Ну, а кто ей команду дал? Естественно, я в курсе. Только она не все поняла или поняла, но не так. И знаешь, поняла, но сделала по-своему. Она же самостоятельная девочка. Ну, в принципе-то ведь это неплохо, Роман Романович. Ну, то, что самостоятельно. Да это неплохо. Только вот программа получилась какая-то бабская. Сопли одни в сахаре. Жести нет. Нет. Это все не годится. Значит так. Это все мы закадровый текст убираем, это все не туда. Теперь слушай, мне нужна кровавая история, понимаешь? Путь убийцы. Так, его блеяние о том, что мир несовершенен, это все хорошо, это оставляем труп. Затем мама о том, что мальчик рос хороший, чудный, воспитанный, труп. Затем менты, как ловили, несколько фраз. Искали, поймали, труп. Мама в слезах. Крупно. Труп. Он опять, пускай умничает. Хотел, не хотел. Труп. 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 Понимаешь? Чтобы напряжение было. Чтобы
волосы дыбом стояли. Ты рожу это видел? Это, блин, совестливые все. Мы считаем, что он... Что она мне тут за кадром наговорила? Трупы, горы! Понимаешь? Чтобы от экрана не оторвались. А что это? Посмотрел, я же это смотреть не буду. Не слишком ли... Чего? Жестоко, Роман Романович. Чего? Убийца должен сидеть в тюрьме. Ясно? Они и вы должны ходить по дворам, по телецентру и бояться, что рядом маньяк какой-нибудь сидит. Вот так. И каждый, кто смотрит передачу, должен так думать, что они все в тюрьме, все сидят, все будут наказаны. Ясно? Иначе мне денег не дадут. Давайте, работайте. Да, я понял. За премьеру. Премьера. Телевидение давно уже должно не только развлекать, но и показывать социальные проблемы. Мы хотим понять, откуда в нашем обществе появляются эти убийцы и маньяки. Хороший мальчик. Вы знаете, он писал стихи. Запоминал все очень быстро, память была хорошая. Увлекался шахматами. Я смотрел на мелькающие кадры и сначала не очень-то понимал, какое я имею отношение к происходящему на экране. И только когда сообразил, что изверг и садист, убивающий ни в чем не повинных людей, это я, а женщина, родившая на свет это исчадие ада, моя мать, мир перевернулся. Я почувствовал боль в тысячу раз сильнее, чем та боль. От пули. Муж меня бросил, когда Богдану было 14. И тут все понеслось, покатилось. Он съехал в школе, стал прогуливать. Какая-то нервозность появилась. Озлобился, замкнутый. Друзей у него не было. Скажите. А вот все, что я вам сейчас говорю, это ему как-то поможет. Твари. В нашей программе мы не разыскиваем особо опасных преступников. Мы рассказываем о тех, кто уже пойман и наказан за свои преступления. Мы просто хотим разобраться, что же произошло с этими людьми и почему они стали теми, кем стали. Я не чувствовал ничего, кроме звериной ярости и желания отомстить. Причем мне было все равно кому, правым, виноватым. В эту минуту змей приговорил всех. Я себя тоже прошу. Ну подожди, пожалуйста. Ну хорошо. Ребята, извините, можете покурить, ладно? Минутку, ладно, спасибо. Ну хорошо, давай. Ром, ну что происходит? Ты же говорил, что на чистовом монтаже кое-что подправят. Угу. Колесник взял, покромсал весь мой материал. И выбросил все мои мысли и говорит, что это ты велел. Да, ну успокойся. Успокойся, пожалуйста. Значит, ты очень хорошо поработала. Мы тебе помогли, да, немножко помогли. Ну, ничего. Будем работать дальше. Хорошо? Давай решим, что мы вечером делаем. Зачем же так по-живому? Ты что, не мог меня предупредить? Ну, за тем, что это пожелание инвестор, Леночка. Знаешь такое слово? Инвестор. Ну, ты меня послушай. Ты меня сейчас послушай внимательно, пожалуйста. Извини, послушай, извини. Значит, Баглай Лена – особо опасный преступник, которому вынесен приговор. Поэтому программа должна быть предельно жесткой, без сантиментов. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Сомнений в том, что серийный убийца виноват, не должно быть ни у автора, ни у телезрителей. Окей? От нас хотят конкретики, ее получают. Сынок убивает, менты ловят,
Мамаша плачет. Все! Весь криминальный портрет. Если мне укажут на ошибки, отлично, я их учту в дальнейшем. А пока я считаю, что криминальные портреты станут одним из имиджевых проектов студии. Так, и вот, Яночка, менять формат из-за капризов вечно находящейся в творческом поиске журналистки я не намерен. Хорошо? Ты меня поняла? Отлично. Ну, так. Доброе утро. Здрасте. Можете не говорить ничего. Я прекрасно понимаю, зачем вам так срочно понадобился адвокат. Да, это передача. Просто мерзавцы. Да, это не зря. Меня заинтересовало ваше предложение. Ну, знаете, я всегда считал, что вы человек разумный. Одно условие. Да, любопытно. Мы не договаривались ни о каких условиях. Значит, договоримся. Или не договоримся. Ни о чем. Ну, хорошо. Какое условие? Я напишу записку, там будет адресок. Угу. Вы ее передадите. Вот и все. Ну, хорошо. Давайте вашу записку. А вон там, в книжечке. Здравствуйте. Я адвокат Богдана Баглая, вернее, Змея. Он просил вам вот это Звезда, привет. Доброе утро, Роман Романович. Вы знаете, я приняла решение, я ухожу из программы «Криминальные портреты». Ну, во-первых, успокойся, присядь. Возьми себе кофе, чашечку. Присядь.
Угу, вот так. Ну, присела. Теперь на полтона тише. Ладно, на нас люди смотрят. Спасибо. Теперь по поводу программы. Значит, рейтинги у программы запредельные. Криминальный портрет посмотрел каждый десятый телезритель. Это значит, что те изменения, которые я внес в программу, пошли ей на пользу. На пользу ей и делу. Ясно? Алло. Извините, она занята сейчас. Да, это Малиновский, говорит, продюсер. А, товарищ полковник. Извините. Нет, ничего, слушаю вас. Да. Ну что, посмотрели? Ну и как? Спасибо, стараемся. Спасибо. Да, слушаю вас. Ах, вот оно что. Понял. Да, подумаем. Спасибо. Звонил полковник Черниченко. И что? И что? Змей признался еще в одном убийстве. Он убил девушку, перед этим ее изнасиловал. Спрашивал полковник, не интересно ли нам это. Не, не интересно. Жаль. Программа получилась хорошая. Программу заметили. Спонсоры выстроились в очередь. Леночка. Послушай, поехали к тебе в загородную резиденцию, а? Поехали вдвоем, как раньше, а? Поставим музыку, посидим на балконе. Поехали. Я хочу побыть одна. Мне с маньяками и убийцами тяжело общаться каждый день. Я на такси подъехал вот к этому подъезду. Расплатился, машину отпустил. Ну, выбор как в ресторане. Пожалуйста. Серийный убийца из Конотопа. За 3 года 9 трупов. Причем исключительно женщины старше 50. Так, мужчины, вы вообще в своем уме? 50+, домохозяйки. Это же наша аудитория. Он убивает нашего зрителя. Нам женщины не простят. Нас смотрят 50-летние женщины. Это квартира, Змей. Да, я подошел к двери и позвонил. Назовите четко номер квартиры. Стоп. Так, непорядок. Вот народ, делать кому-то нечего. Гляньте, печать сорвана. Да пацаны местные. Наверное, руки чешутся. А вы их поймайте и руки поотрывайте. Вообще, Змей, я бы тебе руки оторвал вместе с башкой. И ребята вам показали бы при попытке к бегству. Ну, что ты пялишься, козел? Иди сюда. Что-то ты злой сегодня какой-то. Будешь ты добрый. Да день у него неудачный. Да достала эта телезвезда, давай. Хорошо, вот чудесный людоед, кстати, отменный аппетит, эдакий доктор Лектор. Кстати, тоже доктор и тоже психиатр. Вот это интересно. Да? Вот это уже мне нравится. Ну-ка, поподробнее. Леночка, вам не интересно? Нет, что вы. Очень интересно. Правда? Особенно про людоеда, конечно.
Простите, пожалуйста, можно я говорю? Мне что-то дошли. Леночка, нормально? Ну, хорошо, Леночка. Да, ты же недалеко, да? Какие были ваши действия после того, как вы вошли в квартиру? Мы прошли в комнату. Вот в эту? Вот сюда? Ну да, в эту. Дальше? А дальше я ее сразу ударил. Кого вы ударили? Хозяйку квартиры. Имя ее назовите четко. Комарова Татьяна. Чем ударили? Чем? Рукой. Точнее. А, кулаком. Не, вот этим. Вот так. Значит, если у нас Лена сядет в кадр с этим людоедом, а? Леночку к людоеду. Людоеда к Леночке. Леночка красавица. Да, и это как раз... И чудовище. Потанцевальный... Классический его... сюжет. Да. А? Красавица. Красавица, а? Чудовище. А, друзья? Вот над этим людоед. Будем работать. Людоед и Леночка. Утверждение слова, хорошо? Господин адвокат, у вас вопросы, претензии, замечания? Нет, все прошло великолепно. Никаких претензий на моего клиента никто не давил. Все хорошо. Отпускай понятых. Ой, Ленка. Привет, слушай, привет. Ну ты и выдала. Это было круто. Респект. Жесть. Спасибо, тебе правда понравилось? Да не то слово, честно. Я бы не рискнула. А кто там следующий на очереди? Ты не представляешь, обещают людоеда. Ядовито. Угу. Гламурненько. Смотри, чтобы он тебя не сел на обед. Спасибо. Ну что, змей, в тюрьму поедем? Угу. Гражданин адвокат, имеет человек право отправить свои естественные потребности? Ну, конечно, имеет. А что смешного-то? Смейтесь, смейтесь, только я за чистоту вашего заднего сиденья не ручаюсь. Не положено, змей. А чего не положено-то? По уставу не положено. Ну да. Ты-то поедешь на переднем сиденье. Придется, Саня, тебе с ним идти. Да ладно. Он что, правда, со мной туда пойдет, что ли? Змей, змей, может, ты потерпишь? Не могу. А, сейчас, позвольте, пару листиков. Спасибо. Ответственность снимайте. Скорее, скорее, скорее. Значит так, змей, у тебя есть 2 минуты. Постараюсь. На отправление твоих естественных потребностей. Дверь изнутри не закрывать. Сразу ломаем. А после отправляем тебя не в твою любимую камеру, а пускаем в изолятор. И никаких адвокатов. Понятно? Понятно. Удачи.
Зачем? Мы же так не договаривались. А как мы договаривались? Думаешь, я не знаю, что ты сынка своего хотел от убийства отмазать? Считай, что сына ты спас. Вот, для вас оставили. Парень какой-то спрашивал, как можно вам передать. А я говорю, ты мне оставь. Елена появится, мимо меня не пройдет. А что за парень? Ну, не знаю. Вы уверены, что это мне? Никакого адресата не написано. Вообще ничего не написано. Не знаю, не знаю. А что за парень был? Так я же говорю, обычный парень. Спасибо. Пожалуйста. Есть кто живой? Есть. Один ранен. Это его адвокат. По тяжелой. Пуля в живот попала. Не повезло. Слушайте внимательно. Всех касается. Сегодня здесь погибли наши коллеги, друзья. Поэтому дело чести поймать змея. А также дело чести держать языки за зубами. Хотя долго это... скрыть не удастся. Рома, Роман Романович, я ее не пускала. Ничего, ничего, Лен. Тамара Ивановна, все в порядке, не волнуйся. Рома, да. Смотри, пожалуйста. Что такое? Ха. Так, змейка, чашка. Ты что, стала рисовать? Умница, это очень хорошо. Рома, ты что, не понимаешь? Что он за мной охотится? Он следит за мной, ты что, не понимаешь? Какой змей? Чингачгук, большой змей? Да ну нет же, ну тот, которого мы снимали в программе «Криминальные портреты». А, вот этот уголовник, ну, который да. Сидит сейчас в тюрьме за 7 замками? Лен, ты так вообще понимаешь, что ты говоришь? Рома, да нет, он сбежал сегодня утром из тюрьмы. Уважаемый Роман Романович, да. Вот это вообще ничего никому не доказывает. Конверт не подписан. Угу. Уверен, на нем мы не найдем ничьих отпечатков, кроме вашей девушки и вашего охранника. Поймите меня правильно. Я с уважением отношусь к людям вашей профессии. Но только я не могу считать этот рисунок вещественным доказательством по делу змеи. Почему? А у меня нет для этого оснований. Мы не нашли отпечатков змея на вашем листочке бумаги. Лена, а вам угрожали по телефону? Нет. На вас нападали? Вас пытались убить? А вот вы этого ждете, да? Так, прекрати, Лен. Прекрати. Между прочим, два занятых человека тратят на тебя здесь свое время, да? Подождите, Роман Романович. Характер она здесь показывает. Извините. Вы можете просто приказать, чтобы меня охраняли? От кого, Лена Павловна? От кого? Мои люди сейчас ищут змея. Вот если бы вам явно угрожали, я бы еще нашел способ дать охранника. А в данном случае... Но мне очень страшно. Что? Что? Что такое? Что? Ну все же, все ты услышала, все тебе объяснили, а? Ну хорошо, давай сделаем так. Значит, если тебе это поможет, мой водитель будет утром приезжать с тобой отвозить на работу, вечером отвозить обратно. Ладно, я сам поеду за рулем. Пошли. Максим, я не знаю, что мне делать. Мне никто не верит, меня никто не хочет слушать. Лена, что с тобой? Ну, ты же мне сам говорил, что змей пойдет до конца, что он не остановится ни перед чем, что он будет мстить до конца. Ты тоже считаешь, что я сошла с ума? Я тебе верю,
Змей опасен. Да, извините, если не ошибаюсь, капитан... Глот. Глот, да. Так вот, давайте так, вы преступника ловите, хорошо? А вот фантазии моих сотрудников не нужно развивать, хорошо? Пойдем. Я вам так скажу. Змей способен воплотить в жизнь самую бредовую свою фантазию. И вы должны были эти понять и не влезать в эту историю. Здравствуйте. Почему бы вам не оставить его в покое, не трогать? Интересно у вас получается. Значит, у вас преступник сбежал, а виноват в этом телевидение, да? Вы его поймать не можете, а мы, значит, пропагандируем насилие, да? Заодно и секс. При чем тут секс? Это хорошо. Вот это очень хорошо, что вы понимаете, что секс тут ни при чем. Давайте так, вы преступника ловите, да? До свидания. А мы займемся фантазиями наших сотрудников сами. Пойдем. Пойдем, Максим. Леночка. Спасибо. Лена, пойдем. В чем дело, Лен? Можно мне через 5 минут перезвонить? Ты куда? А ты думаешь, его быстро поймают, да? Леночка, ну, конечно, поймают. Ну, ты же знаешь, когда дело касается чести нашей доблестной милиции, они, наконец, начинают работать. Послушай, в конце концов, знаешь что, я тебя буду возить на работу и приезжать с тобой сюда, хорошо? Слушай, а может быть, ему и правда не до меня? Знаешь, не тебе. Какая же ты красивая, а? Какая же ты красивая. Послушай, подожди. Я не понимаю, что-то случилось? В смысле? Ну, я, она с тобой. Все, да? Все, не любишь меня больше? Ладно. Че, иди, я заеду с утра. Ну ладно. Здравствуйте, девочки. Привет, Леночка. Разрешите? Что-то срочное? Да. Почему мы не будем охранять журналистку Елену Суржу? От кого? Она у нас даже не свидетель по делу, потому что дела никакого нет. Ну хорошо, я поверю твоей Лене. Прокуратура дело не возбудит. Хорошо. В таком случае прошу отпустить меня в отпуск за свой счет. Дайте мне листочек и ручку. Иди, ладно, иди. Иди в приемную. Там ручка, бумага. Пиши, что хочешь, и отдашь секретарю. Я подпишу любое твое сочинение. Иди. Слушаюсь. Хорошая, да? Хорошая, да? Очень хорошая. А вы что делаете?
А мы с Леночкой играем в мафию. А как в мафию играть? Как в прятки? Ага. Леночка прячется, а я ее ищу. Ой. Лови. Лен, это я, Максим. Открой. Что случилось? Вот, это было в дверях. Он только что махал мне с улицы. И он поднимается сюда. Спасибо. Все, я готов. Ребят, по местам, пожалуйста, приготовились. Текст у меня заберите, пожалуйста. Спасибо. Господа, полная тишина. Готовы? Да. Приступим. Внимание, камера, мотор. Есть. Начали. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это экстренный выпуск программы «Криминальные портреты». У нас для вас сенсационная и, увы, позорная новость для нашей доблестной милиции. Сегодня, во время проведения следственного эксперимента, совершил дерзкий побег кровавый убийца и маньяк Богдан Баглай по прозвищу «Змей». Об этом нашей корреспондентке Елене Сурже сообщил наш источник в ГУВД, имя которого мы, естественно, сегодня не будем здесь по понятным причинам называть. Но, друзья, внимание! Опасный преступник растворился в нашем городе и ищет новую жертву. Стоп, снято. Спасибо, братцы. Так ты говоришь, сбежал кровавый убийца и маньяк? Ну и что, полковник? Подписал рапорт? Не знаю. Да это не важно. Это важно. Не каждый человек способен бросить работу ради малознакомой девушки. У нас было 3 свидания. Да? А это были свидания? Когда мужчина и женщина прогуливаются по парку. По парку, да. По набережной тоже, да. Но вот встречу в кабинете полковника я бы не назвала свиданием. Да? А мне показалось, что именно в кабинете полковника у нас родилась взаимная тяга к друг другу. Вы не поняли? Не понял что? Что таких, как я, надо было проруби топить сразу после рождения. Вот ты забыл рассказать, что все, кого я наказал, все это заслужили. Подожди, понимаете, это же не все несерьезно. Что? Я объясню, минуточку. Это я продюсер. Понимаете? Продюсер.
придумала все журналистка Елена. Вы ее знаете, Елена Суржа. Ну, девочка хотела стать телезвездой, не знала как. И ты, продюсер, ей подсказал, да? Найди человека, от которого все отвернулись, который никому не нужен. Топчи его ногами, рассказывай о нем все, что хочешь. И что получается? Цирк. Ты в этом цирке директор, а я кто же? А? Клоун, да? Нет, нет, почему клоун? Нет, это... Вы поймите, книги, телевидение, газеты, журналы, СМИ. Это же все для чего? Для того, чтобы развлечь скучающую домохозяйку. Как-то ее напугать или развлечь, да? Рассмешить. Через неделю. Через неделю о вас забыли бы, и все. О, все, хватит, хватит. Что? Хватит. Остановись где-нибудь. Где? Да вот прямо здесь. Хорошо. Значит так, давай с тобой поиграем. Ты отвечаешь на мои вопросы. Зачем вообще нужны эти ваши криминальные портреты? Это наша работа. На таких программах зарабатываются деньги большие. Ну, вы понимаете, спонсоры, реклама. Ну, ладно, не умничай. Следующий вопрос. Ты лично хотел прославиться, да? Хотел сделать на мне имя, да? Да нет, ну, вообще-то у меня уже есть имя. Я... Сейчас не будет. Почему? Раз. Хорошо, да. Да. Хорошо. Дальше. Ты занимаешься тем, что развлекаешь народ, так? Странно. Так? Странно, это нелепая постановка вопроса. Раз. Что? Два. Да, да, да. И я для тебя только часть твоих развлечений. Так? Нет, это неправильно. Это отвечать. Не... Неверно, хорошо. Отвечать. Хорошо, если вы так ставите вопрос, то да. Именно нечто подобное я и хотел услышать. Ну что? Ты справился. И выиграл. Что? Приз? Главный приз. В ближайшую неделю о продюсере Малиновском будут писать все газеты. И очень много хорошего говорить по телевизору. Когда там, в студии, я смотрел на этого клоуна, я вдруг понял, да, он виновен, но не более, чем я. Это я причинил столько зла своей матери и другим людям. А значит, все, что я делал в жизни, абсолютное зло. Я и есть главный виновный во всем. Так вот, почему я тогда не сдох. Я обязан был понять, что не судьба творит злодеяние, что это мы сами поганим свою судьбу. Соответственно, приговор за все, что мы натворили, должны выносить себе сами, даже если это высшая мера. Осталась Лена. Я слушаю. Да, я поняла, я перезвоню.
Макс, вставай. Макс, просыпайся. Что случилось? Мне только что позвонили с работы. Ночью убили Рому. Черт. Сочувствую. Привет. Труп Малиновского обнаружили сегодня утром. Да, убит выстрелом в голову. Причем тело не прятали, а даже наоборот. Это змей. Да, твоя девочка правильно боится. Это убийство напрямую связано с ее легендарной телепередачей. Я ее спрячу. Не тот случай, чтобы ловить на живца. Угу. Удачи. У тебя есть какое-нибудь место, где мы можем побыть вдвоем? Мы что, будем прятаться? Будем. У меня нет другой возможности, чтобы тебя уберечь. У моих родителей есть дача на 40-м километре. Сейчас я им позвоню и предупрежу их. Вот это делать не надо. Никто не должен знать, где ты. Запомните, у нас в офисе действует железное правило. Выдаю. Да. По-моему, это наш клиент. Оба, гляди. Точно он, а? Надо сообщить Максу. Слушай, а может, начальство звонимся вначале, а? И начальство тоже. Но сначала надо успокоить девушку. Какую девушку? Красивую. Зря я все это затеяла. Вот и у тебя из-за меня неприятности. Сидела бы себе тихо, не дергалась, не мечтала об успехе. Готовила бы, как раньше, этот прогноз погоды. Ты ни в чем не виновата. Ты сделала все правильно и честно. Я не смогла отстоять правду. Вот и все. Доброе утро. Доброе утро. Капитан Степанов. А в какой у нас квартирке проживает Елена Суржа? Журналистка? Да-да. 52-й. Угу. Но ее сейчас дома нет. Она ушла на работу, без меня была. А у вас к ней дело? Продолжайте дежурство. Слушаю. Мне надо бежать. Максим, ты куда? Да что случилось? Я скоро вернусь. Объясни, что случилось? Обещаю тебе, все будет хорошо. Максим! Пусто. Змея здесь давно уже нет.
Добрый день, уважаемые телезрители. С легким паром. Присаживайся. Как вы меня нашли? Продюсер твой перед смертью рассказал. 40-й километр, улица Зеленая, дом 18. А потом я пошел к твоему дому, там наружку установили. Помелькал, поднялся наверх и тихо вышел через чердак. Они сейчас там, наверное, меня поджидают. А я вот здесь. А еще Рома мне рассказал, что ты прославиться захотела. А что? Кровожадный монстр, ошибка природы, несчастная мамаша, горы трупов, бешеный рейтинг. Поздравляю. Страшно? Страшно. Не слышу. Страшно. А думаешь, мне не страшно? Знаешь, как страшно, когда за тобой вся милиция гоняется. Зачем вы это делаете? Но ведь вы же не сумасшедший. Да. Уверена. А я недавно телевизор смотрел. Там такого психа показали. Ну, а если псих, то и вопросов никаких. Ну, получи своего психа. Потому что если не псих, то вы всех обманули. Ты всех обманула. Ну-ка, набери своего друга. Да, Лен. Нет, это не Лена. Что с Леной? С Леной? С Леной у нас пока все хорошо. Слушай, капитан, у тебя 15 минут. Не успеешь? Не получишь приз. Сейчас все зависит от тебя. Жизнь Лены в твоих руках. Понял? Ты знаешь, где нас искать. Если с ней что-нибудь случится... Ну чего? Да ничего. Макс, ну что? Дверь закрой. Ну, давай. Убегай. В смысле? Ну, в смысле, ты убегай, я буду считать до 10. Ну, раз. Два. Уже три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну что ж, у меня все готово к финалу.
8! Конечно, я давно понял. Формально эта девочка невиновна. Но она должна получить урок. 9! За все, что касается жизни других людей, мы должны отвечать собственной жизнью. Она должна это запомнить. Потому что мне уходить, а ей оставаться. Ты здесь? Лена? Леночка! Я сделала совсем другую передачу. Честную. Тогда посмотри мне в глаза. Я сразу почувствую ложь. Боишься? Я ни в чем перед тобой не виновата. Я сказала тебе правду. Не боишься меня? Нет. Ты уверена, что все делала правильно? Но если ты ошибаешься, молодец, капитан. Успел. Давай поговорим. Давай. Помоги мне уйти. И все, ставим точку. Отпусти ее. Ну, догоняй. Янка, Янка, спрячься, спрячься. И тысячи лет длилась война, становясь все яростней и беспощадней. И понял змей, что не видно конца этой войне. И только его смерть может остановить безумие. Решил змей, что так тому и быть.
и разверзлась земля и поглотила его. И наступила тишина. Это замолчали люди.